I'm the realest one that's rapping. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always rapping. Oh my God. Всем привет, дорогие друзья, с вами Алексоник, и я поиграю в игру под названием Rocket League. Да, поехали. Значит, для начала мы пойдем один на один. А потом уже посмотрим, какие мы режимы еще пойдем. Вот уже игра нашлась. Будем сейчас нагибать соперничка. Поняли. Ага, в кик-офф в нашу сторону. И... Нет, кик-офф чуть-чуть не в нашу сторону. Я его взрываю. Тут уже спокойненько забиваю. В принципе, ничего сложного. Да, я на большой скорости. Режим суперсоника я его называю. Сейчас покажем им. Air Trouble. Оп, и забиваем вот так вот. Что могу сказать? Этому я учился очень долго. Играю на джойстике. Тут на джойстике удобно, конечно. Ну, я, ну так скажу, кто кик-оффы пропускает, тот сразу, типа, заплачет за это. Ну, какой-то челик вообще никакой-то не попался. Какой-то вообще... Ой, я хотела его взорвать, не получилось. Мне кажется, он не забивает. Нет, он не забивает. Хорошо. Хорошо. Он еще буст не забрал. Я вот так себе чуть не забил. Нет. Мы не забиваем. Он берет мяч в свои руки. Потом я беру мяч в свои руки. Я трачу весь буст, блин, чтобы доехать до мяча, но не получилось. Меня успел толкнуть. Можно так вот начать. Ай, плохо. Ну это я, да. Это, ну там совсем ему повезло. Там очень сильно мне повезло вот уже. Там совсем не оставалось чуть-чуть. Значит, берем, становимся вот так в стоечку. И поехали. Оп, обманули просто дурачка за 4 пяточка. И забиваем такой гол. А, он покидает игру, понятно. Он покидает игру. И мы победили. Да. Что могу сказать про звания? Мне кажется, сейчас вы на картинке увидите все звания. Или не увидите. Потому что, может, мне впадлу будет вставлять. Пойдем, значит, играть в дуэплеты. 2 на 2. Это самый большой ранг в нем. Потому что я больше ни во что не играла. Не играю. Значит, стадион DFN карта. Так, за нас будет играть Борджагинкс какая-то. Ладно. Сразу кик-офф у меня летит. А, нет, промахнулся. Ну, тихо-тихо. Ему пас отличный дал. Главное. Вот я ему пас отличный дал. Протану. Давай. Крутишь? Крутишь? Ай. Бывает. Оп. Нет, чуть-чуть не так сделал второй прыжок. Из-за этого у меня снизилась скорость, и я не попал. Круто. А, едь. Давай. Airdribble начинай. Airdribble. Значит. Ой, хорошо! Блин, what a save. Отличный отбой. И я забиваю, да. Там вот этот пацан чисто загулял. Мне, брат,
танк мой дает пас. И так аккуратненько беру и забиваю ворота. Значит, я сейчас буду кикофить. Я вот так уже научился кикофить, блин. Так, мой браток не взял буст, который мне пригодился бы. Вот этот буст. И очень хороший удар, прям рассчитано. Вот если бы он взял бы буст, вот этот брата, мой тиммейт, я бы не забил этот гол. Потому что я бы не долетел до мяча. Но мне еще помог вот этот игрок Ерифу. Так, надеюсь, братан мой ударит и не промахнется. Кикоф не в нашу сторону. Ладно, видно. Так, значит. Ой, зачем, брат? Тиммейт, зачем ты полетел? Зачем? Там не надо было лететь. Извини. Какова жизнь? Оп, блин, почти пробил. Он сейчас будет сидеть свои ворота. Я поеду в другую сторону. Скажу, что мне нужен набор. Сейчас тут начинаю такие финтифлюшки делать. Отличный пас. Вот это... Тиммейт вообще хороший попался. Смотрите, он мне как раз подровнял дорогу, чтобы я добил, у меня буст заканчивался, и он как раз мне дал. И типа я еще один добил. Хорошо. Фейк. Фейк, сейчас вы увидите, что это. Вот так вот. Вот такой фейк у нас получается. Ничего. Просто, кстати, первый раз забиваю такой вот гол. Значит, ой, он хотел, типа, в воздух поднять мяч и забить. Что? А вот это вот я не сейвлю. Вот это я не сейвлю, братан. Ай, почти пробил, и нам очень плохо, что мяч прям так ударился. Ага, ага. Ага, у меня 8 буста. Я попытаюсь что-то сделать. Я убил мяч. Так. Этот еще лучше сделал. Подождите. Братан не промазал по мячу, ничего страшного. Я сейчас попробую взорвать. Нет. Так, братан, ай, какой же там плохой пас получился, да? Нет. Оп. Есть! Есть, 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 есть! Хорошо, братан! Братан-то лучший! Ай, блин, слишком высоко! Слишком высоко! Ой, ладно, ничего страшного. Братан, мне кажется, засейвит. Засейви! Хорошо, еще! Еще, браток, пас, 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 я вот он! Ай, почти панч получился. Виноват, виноват, я виноват. Я чуть не туда ударил мяч. Ай, не успел. Нет. Ну, ладно. Все равно 4-1. 1:29. Еще осталось минута 29 секунд. В принципе, мы можем еще продержаться или еще им забить голы. Просто там ошибочка чья-то была. Я даже не помню, уже забыл. Happy, мы плейлисты, мы играем командой, чё мы, я смотрю, как, они, короче, смотрят, как мы хорошо играем командой, хоть мы и не в тиме. Оп, пас, браток, браток хорош. Опа, обыграл, обыграл просто, молодого. Обыграл, обыграл. Смотрите, он просто стоит, уже потерялся во времени. Оп, перекидываю его спокойненько и забиваю. Они сдались. Офигенно. В принципе, две уже награды. Я АВП. 3 гола в воздухе. Не, братан вообще красавчик. Братан вообще красавчик. Красавец просто. Я повышаю свой дивизион тут. Так. Кстати, это очень даже хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, над этим видеоролик подошел к концу. Спасибо, что смотрели. С вами был Алексоник. Всем удачи и пока-пока.